Наконец-то получилась съемка. Я, как обычно, за телефоном бегала. Боялась, что он исчезнет, пока я за телефоном хожу. Я сейчас тут генерально убираюсь. Тут-то непонятно, конечно, что я не убираюсь. Я пока в комнате еще убираюсь. Привет, зритель. Я решила с тобой поделиться. Вообще, как бы сказал мой приятель, похвастаться. Я не очень уверена в температуре, но вот вообще на брошюрке, которую я только что убрала в полочку, где протерла пыль, на японской брошюрке японскими буквами и английскими тоже написано, что вообще максимум, ну, надо за 15 секунд вот это вот взбивать V-образными W. Вот так вот. Как сказать, движениями, и тогда получится пенка. Ну, и сам процесс, конечно, несколько подольше, чем у одной мадам в Инстаграм 2 минуты и жуткого жутя. Мне просто одна дама комментила в инсте, видать. Ну, есть люди, которые по хэштегу ходят и отставляют свое офигенное мнение, офигенно умное, якобы. И там у нее такой жуть. Я думаю, любой японец бы какой-нибудь, увидев это, знакомый вот с этой темой, и ласты бы склеил. Какой-нибудь обморок. Короче говоря, сначала прогреете вот эту штучку. Вместе с ней венчик замочите минут так на 20. Потом, значит, просеете через ситечко. Но у меня ситечко только вот такое. Есть еще маленькая китайская, ну, под китайский чай рассчитанная. Но оно очень маленькое, не очень удобно. Булочка у меня, к сожалению, только такая. Я хотела на зоне деревянную купить, ну, в смысле бамбуковую, но не случилось. Но как бы с сухим чаем металлическая ложечка соприкасается, погоды это не делает. Это вот другое дело, если бы вы металлической фиговиной потом взбивали. Но это по традиции, типа как, если бы делать. Тут у меня, по-моему, она крепкая самая, там одна крепкая, другая суперкрепкая. Харай на мукасе, если я правильно помню. Да, я вот ее как раз достала, харай на мукасе. Я впервые за последнюю неделю встала довольно рано. Вообще проснулась в 9, но встала где-то около 10. Это рано, учитывая, что последнее вчера я вообще еле-еле в час где-то сползла с кровати. Вот у меня лепешка моя. Я, по-моему, ее в инсту еще не кидала. Тут три муки. Овсяная, пшеничная и этот самая ржаная, обдерная. Я тупо потом поняла, что я хотела какого-нибудь хлебушка с кунжутом. Кунжут внутри муки еще болен. Ну, суть сама, что я хотела показать вот эту штуку. И она не исчезает, эта пенка. А я делала в основном это уже как бы, ну, немножко на глаз. Раньше я все как бы термометром смотрела эту температуру. А тут я примерное время поняла, что вот она, скорее всего, уже такая нужная температура. И вот сейчас буду пить. Ролик на 3 минуты. Я вчера, кстати, гуляла. У нас было такое солнышко, и под дождь 2 раза попала. В инсту скинула фотку, снимала на видеокамеру. Думала, скину, как приду, но, во-первых, на улице было холоднее, чем дома, и камере надо было акклиматизироваться. А во-вторых, там без монтажа думала скинуть. Забыла, что делала 3 разных, в 3 захода, скажем так. Потом придется еще монтировать это. И да, я видела ваши вопросы насчет запросов. Постараюсь когда-нибудь записать. Хотя я думала, что может объединить вот этот минимализм, потом жизнь без отходов, или минимум отходов, я не помню там точное название этой темы, и веганство в один ролик, ну, типа, постепенно там сначала про одно, потом сделать внизу в комментах тайм-код, типа, с этой минуты вот про другое. Если вам так интересно, вот именно в таком формате, дайте знать. Если нет, и лучше отдельными роликами, ну, тоже напишите, короче, в комментах. В общем, всем пока!